200 первокурсников морского факультета Керченского государственного морского технологического университета и судомеханического техникума отныне носят гордое звание курсанта. Церемония посвящения прошла на площади Ленина. Стройные ряды юношей и девушек, будущие судоводители, механики и судовые электрики, те, кто решил связать свою жизнь с морем. Ребят приветствовали главы города, руководство университета и почетные гости. Хочу вас поздравить с тем, что вы поступили, стали студентами, а теперь вы принимаете присягу. Самое главное в жизни – это, безусловно, получить образование и ту специальность, о которой вы хотели и мечтали. Я всех вас приглашаю на производственную практику. Или тех, кто решит связать свою судьбу с судостроением, на наш замечательный завод. Нашему заводу 80 лет в этом году исполняется. Вы и ваши родители, ваши преподаватели гордились вашими достижениями. Всегда будьте трудолюбивы, настойчивы и достигайте поставленных перед собой целей. Эти ребята буквально полтора месяца как являются обучающимися нашего университета. За это время они уже достойно провели морское многоборье, представили визитку своей специальности, и мы получили истинное удовольствие от их отношения к делу. Приветствую ребят, ректор Евгений Масюткин отметил, что в этом году первокурсников ждет морская практика на парусниках Росрыболовства, участие в международной регате и кругосветное путешествие. Еще одно увлекательное событие ожидает ребят в конце ноября – участие в традиционном курсантском балу, который состоится в Керчи и Калининграде. Участие в церемонии посвящения на сей раз приняли более 500 старшекурсников. Они пришли поддержать новую смену и пожелать хорошей учебы. В первую очередь я им пожелаю все-таки терпения и более уважительно, что ли, относиться к своей профессии, с гордостью нести это звание курсант, потому что это действительно какое-то отдельное звание, можно сказать, потому что курсантская жизнь, она отличается от студенческой все-таки. Уже 3 раза была в море, в дальнем плавании, и это, конечно, вообще незабываемое ощущение. Лучших курсантов, отличников учебы, участников соревнований и олимпиад наградили похвальными листами, занесением на доску почета. Наконец, кульминационный момент – произнесение клятвы и вручение курсантских билетов. И стойко принимать все лишения и тяготы профессии моряка. Клянусь! Не понять отдельным штатским корабельной службы адской отношений наших братских, сложных и простых. В море все не так уж просто. Наш корабль отдельный остров. Чти законы экипажа, чтоб не подвести. Паруса взлетают в небеса. Паруса, ты выбрал это сам. Голоса звенят прямо в сердце твоем. И поет морская душа. Курсанты признаются, церемония была волнительным моментом, своего рода рубежом. Мы к этому долго готовились. Я ощутил наслаждение от этого момента. Надо стремиться к своей мечте, стать профессионалом в этом деле. Это было очень удивительно, было очень замечательно. Особенно мне понравилось, когда танцевали вальс. Мы почувствовали, будто времен при Петре Первом. Мне понравилось. Ну, а как вот девочка поступила на электромеханика? Было интересное название кафедры. Вот и очень подумаю, интересно. Тем более электрика. Это очень интересно. В итоге, конечно, сложновато дается. Благодаря этой учебе я могу обеспечить будущее своей семьи и будущей жены. Впереди у ребят годы обучения, учебные рейсы, возможность побывать в других странах и стать первоклассным специалистом. Екатерина Рябова, Сергей Маренко. Специально для Киршнет ТВ.